Всем привет! С вами снова я, Black Falcon. И сегодня я смотрю поединок, который пойдет 7 декабря. А именно бой между Алистером Оверлимом и Жоржиньо Важенштувуйком. Сейчас, на мой взгляд, 70 на 30 позже Важенштувуйка. И я думаю, что он одержит победу нокаутом во втором раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного поединка. Кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Изначально Оверлим должен был драться против Овата Халиша. Но у Халиша попала дочка, из-за того он отменил подготовку боя. К сожалению, дочка Халиша была найдена мертвой. Что ж, начинаем нашу трансляшу. И первым в октагон выходит Жоржиньо, вид уже бой, Важенштувуйк. 9 боев, 9 побед, 8 нокаутом и ни одного поражения. Важенштувуйк так-то ушибает за Шурунам, но флага Шурунама в игре нету, из-за этого был поставлен флаг Демократической Республики Конго. Важенштувуйк уже говорил, что Левра вашим фанатом Алистера Оверлима, и даже на PlayStation 2 всегда играл за него. А вот появляется и его оппонент. Алистер, ваш вышитель, Оверлим. 6-3 боя, 45 побед, 24 нокаутом, 17 болевым, 17 положений, и еще один бой был признан несостоявшимся. Stemming from a kick or a knee, and something undoubtedly his opponent will be aware of coming in here tonight. Alistair Overeem, the former Strikeforce heavyweight champion, the former Dream heavyweight champion, and the former K1 heavyweight Grand Prix champion, is one of the most decorated fighters in the history of mixed martial arts. Оверлим же является легендой себя, что находили на бовушке. Ветеран уже. Что ж, Оверлим старше. Вот у них одинаковый. И полезный для Важенштувуйка это очень хороший шанс подняться, войти в топ-8, а вот и Брюс Баффер, который и представит нам участников данного события. И дальше у нас Дэн Милагриотто. И первым нам пришают Важенштувуйка. Хочешь поддержать Важенштувуйка в публику? А затем нам пришают и Оверлима. Мы ведем себя Оверлим. Что ж, сейчас рефери напомнит большим правилам, и мы начнем. Поприветствую друг друга. Уважение превыше всего. Что ж, первый раунд. Поехали. А тут же не стал уже суд приветствовать своего оппонента. Мимо. Попадает Оверлим. Восьмен. Хайкик от Важенштувуйка. Мимо.
Joe, your thoughts on what we'll see in this matchup tonight. One thing to look out for from Alistair O'Ree. Тут пауза больше. Devastating knees. In my opinion, he throws some of the best. Попадает по копушам в аджушулик. Entire heavyweight division. Апперкот. Неплохо. Попадает его в аджушулик. Отвечает Овердым. Лоу-кик. Клинч от Овердыма, но недолго. Потрясен. Алистер. Неплохо. Овердым в глоге. Первый нокдаун у нас. Айлхэнд, снова в состоянии глоги. Оверлим. Мимо. Побрык тогда от Оверлима. Неудачно. Тоже пока что ложен шелк. Смотрит лучше своего визави. Снова прорвет Оверлим после бакфиста. Ложен шелк нашел он очень и очень серьезно. И уже вытечение у Овердыма, middle kick от Важенштулика. Вашмен. Апперкот от Овердыма. Клинч. У меня попытка клинча. Неплохо. Встретил Важенштулик своего оппонента. Вот паузу большие. Just over 2 minutes to go in what has been a furious round one. Hook to the body here, but strong defense to block the shot by the ream. Неплохо. Хайкик от Овелима и потрясен Важенштулик. Неожиданно. И видно, воодушевился Алистер. Мимо. Неплохо. Попадает middle kick'ом важен штурмик. Неплохо. Лоу кик от Овердыма. Попал Важенштулик и сам упал от своего же удала, можно сказать. Хай кик от Овердыма. Неплохо. Мимо. Вашмен. Клинч. Но больше опять вызывает Важенштулик. Неплохо. Вот тоже больше. И раунд завершён. Что ж, первый раунд за Важенштуликом. 10-9 в его пользу. А нам покажут лучшие моменты первого раунда. Check it out again.
Ну так-то Овену тут еще повезло, что по нему не прилетел этот апперкот. И у нас второй раунд. Сони Сапперс прожил своего оппонента. Дает Овелем. Восемьян. Активно этот раунд сейчас начинает именно Айлестер. Вожжу уже пока что выжидает. Неплохо. Выход тейкдауна от Вожжуника. И она успешна. Ну тут Овен пока что чувствует себя очень хорошо. Явно неудачно начал раунд за Вирджинию. И уже Овен находится в доминирующей позиции. Саш, тяжело сейчас вложен штурлику. Фулмаунт. Trying to better his position. Left punch is good. Hip escape. Gets out of the full mount. И улучшил вывод. Важен штурм. Апперкот. И поражен Овелем. Лоу-кик. Подает Алистер. Лоу-кик от Овелема. Вот туда уже от Овелема. И она оказывается успешной. Фулмаунт. Неплохо. Сколько удалось, что пропускает важен штурмовик. И пошел болевой прием от Овелема. И все, бой окончен. Доволен собой Овелем. Ликует он. А нам покажут, как это было. And here we see it again. Beautiful submission victory. So there he is, your winner by submission. That could hold up as one of the better subs of the year. Near perfect execution tonight. The official decision is... Победу болевым приемом во втором раунде одерживает Алистер, ваш вошитель Овелем. Seconds at round number two. Declaring the winner by submission.
Alright, so a big win tonight for Alistair Overeem, sharing a moment now with his teammates. This was a big effort out of the Ream tonight, really at his efficient best when it comes to his striking game, picked his spots beautifully, and he's got another impressive UFC win to show for it. Congratulations to Alistair Overeem. Что ж, Овен попал 82 удара из 157, Вожжу же 64 из 137. У Оверлима 27 из 64 сильных ударов, у Вожжука 26 из 68. По нокдаунам 0-1, тэкдаун 1 из 5 Вожжук, 1 из 4 Оверлим. Минут 58 контроля у Оверлима, 21 секунда у Вожжук. По раундам. Первый по удару 45-40. По сильным 20-21, по нокдаунам 0-1, по тэкдаун 2 неудачные попытки у Оверлима, 4 у Вожжука неудачных и секунду контролировал Оверлим. Второй раунд, по ударам 37-24, по сильным 7-5, по тэкдаунам у обоих 1-1 и 21 секунду контролировал Вожжук, минута 57 Оверлима. И у всех жюри счет был 10-9 в пользу Вожжука. Что ж, на этом все. Посмотрим, как на самом деле пойдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.